Сегодня 18-е. Так, правда. Пошли. У нас сегодня закончилось. Значит, ты заплатила до сегодняшнего обеда. Вот. Завтра в обед еще сутки. В принципе, да, еще за два дня. 18 июня. Это какой день мы уже тут? 7-й, да? Гурзуфи. Вчера мотались опять. Единственное, что на экскурсию вчера сходили в Воронцовский. Фу, блин, Воронцовский. Ливадийский дворец. Люда сейчас пойдет заплатит за двое суток еще. На завтра и послезавтра. 20-го будем уезжать. Никуда мы не стали рыпаться, переезжать. Вот, а вчера, говорю, ездили. Люда все загорелась поехать на... Че, нету никого? В бухту Ласпи. И вот поехали в бухту Ласпи, кое-как нашли, мыкались тоже. И... Так, некому платить деньги. Вот, и потом мы поехали, нам местные там подсказали, урочище Батильон, такое есть. И вот мы вчера в этот Батильон, там типа дикое место, еле-еле, там дорога ужасная, такая осыпающаяся, дожди вот это прошли, там намыло грунт. И вот на машине кое-как мы туда спустились, спуск очень тяжелый. Это одно, а другое, что надо было сразу попробовать море. Какое? Мы поставили палатку. А когда залезли в море, вода леденючая, просто купаться невозможно. Люду чуть судорога не схватила. Или схватила судорога? Вот так вот. А я чуть-чуть пошел на камни. На камнях там думал с камерой поснимать под водой. И это... Штормило хорошо, волны сильные были такие. И там кругом в воде камни вот эти, скальная порода. И вот выныривал меня об камень. Волной швырануло прям. И подбил себе подбородок, получается. Вот так вот съездили мы вчера в эту Ласпи. Оттуда уже поехали в Ялту, в Ливадийский дворец. И вот там вот экскурсию прошли. Нормальная экскурсия, содержательная. И все, и вчера вот уже вернулись. Не обедали, хотели в Ялте пообедать. Потом уже думаю, что тут осталось до дому. Домой приехали, дома пообедали. И все, вырубились. Ой, что там Люда долго так никак не заплатит. И вот сегодня решили никуда уже не мотаться. Здесь уже в поселке останемся. Пойдем на пляж. Что долго, мы рано проснулись, долго собирались. Уже солнце опять печет. Уже почти обед по Астрахани. По Москве 10, по Астрахани 11. Народ идет на пляж. Туристическая зона. Что, нету ее, да? А кому ты, дочке? Ну да, девочке. Облачно. На солнце жарко уже. И вот думали еще, куда съездить. В Чухуткале. О! Офигеть. Вот это да. Прям джигиты.
Такой спуск крутой, да? Руки с сумками у ней. Подоченька. Потрясающие люди здесь. Люд, ключи дай, попробую сейчас машину. Заработали, не заработали, я с ключами. Когда я купался? Вчера ж? Ну да, вчера. Да. О, все, Люд, заработала. Заработала. Ну-ка еще раз. Все, работает. Покупался вчера с ключами. Че? Мусор надо выкинуть. Ну что, идешь через магазин туда. А ты тут возьмешь что, да? Я сейчас хочу сходить посмотреть пирожки с вишней. На, ключи. Сейчас, блин. Опять мне мусор выкидывать. Мусор тут носят через магазин. Некоторые. Ну, нам так подсказали, а там не знаю, все так делают или не все. Никто ничего не сказал. Все заняты. Вот, а сюда куда идет еще улица? Мы здесь, наверное, не ходили. Ну туда, наверное, на эту, на Ленинградскую также улицу выйдем. Надо будет попробовать пройти как-то, если будет время. Дни, прям я не знаю, стремительно сокращаются. Так, а там я сейчас выйду к нашей гостинице опять. Потом к Люде подниматься придется. До машины. Ну да, я опять вышел, выхожу к нашей гостинице. Можно было отсюда сразу понести мусор, а потом к машине идти. Теперь опять подниматься. Можно было тут по ступенькам пойти. Можно было вот там, наверное, поверху пройти, чтобы до конца не спускаться. Здесь тоже, вон он, проход есть. Чё ты? У Люды глаза такие. Да, я вот так вокруг. Да, решил посмотреть, куда я выйду, и ноги. А ты чё? А ты чё эту? Тут не открылось? Опять вот ты что-то. Ну чё? Не алгоритм неправильный ты сделала. Вот,
сумку дома оставили, которая такая большая, синяя. Ай, эх. Ну ты уже пойдешь, да? Я пойду, конечно. Не, мы же все равно. Ты что-то берешь вот это? Да думал вот этот штативчик взять отдельно. О, Господи. Не надо, да? Надо больше фотографировать. Сейчас? Да думал для заставок и нас там молодец ставить. Утром надо это рано. Время уже сейчас 10 часов. Уже люди с пляжа идут, там этот на пляж. Еще полчаса собирались возле машины. Вообще, мне уже штифтин не хватает. Да ужас, уже обед. Я встал в 6 часов, а уже 10. Мы 4 часа собираемся. И вы? Я думал, мы одни такие. Нет, мы обычно к 12 ходим, вот пока соберемся. А сегодня прям рано, да? Рано? Я думала, рано. Мы проснулись 8:30. Ну, вообще уже. Нет, да, вам-то понятно, вы с детьми, а мы-то без детей. Вот, но самое 6 главное, встали? Вы... Я, ну, она еще спит. Я в 6, я даже в 5 с чем-то. Вот муж у меня тоже встал. В 5:50 я встаю. Не могу спать. От вас сколько лягу? Да, кстати, вот просто... Все, мне не спится. Ни дома, нигде. А мужики надо, почему-то не назад уже надо в открытие. Ты что, а вот еще забыла, да, что-то. Да. Сейчас еще пойдет. Сейчас вот так вот. А мы это с 12 приходим и до 4. Разве нормально? Конечно. Самая жара. Самая жара. Нет, а мы просто мама, нас в части машине. Часть тут уже сдолбались туда-сюда мотаться. Не одни мы такие.